Привет, дорогие зрители! Меня зовут Колман, с возвращением в Outlast. И мы с вами продолжаем. Так, сейчас у нас опять пол провалится, наверное. Как же его обойти-то никак? Тут баррикада. Ну, ладно, это скрипты, давай. Провалимся. Тут нас Валеридер попугает. Слава богу, здесь никого нет. Залезаем. А, просто свет. Опа. Так, документов здесь вроде никаких нету. Так что просто идем обратно в дверь. Надеюсь, хоть тут никого не будет. Батареек нигде нет, хотя зачем мне батарейки? У меня и так полный заряд. Так что просто идем дальше. Здесь ведь тупик. Тупик. Значит, мне туда. Так, спрятаться под кровать можно, блин. Ладно. Что-то пока слишком тихо с последнего раза. Я чую, сейчас мне игра подкинет какой-то сюрприз. О, батарейка. Ну, пока оставим. Потом, если что, за ней вернемся. Я надеюсь, мы сможем это сделать. А то не хотелось бы ее просто так терять попросту. Вроде никого. Так, ну спасибо. Стрелка мне показывает, что сюда. Но я пройдусь-ка сюда еще. Я, кажется, по кругу начинаю ходить. Так-так. Ложь. Знакомый почерк. Отец Мартин убил здесь кого-то. Ложь, о которой он твердит. Досье, пропавшее из этих ящиков. Записи, факты. Они похожи на материалы правительственного агентства. 30-летней давности. Или старше, вспоминается МК Ультра ЦРУ. Назойливое жужжание не исчезает. Ложь, ложь, ложь. Поскорее бы уж долбанного этого отца Мартина найти да свалить отсюда. Наснимали мы более чем достаточно. Ну да, это я по кругу иду. Ладно, давайте тогда сначала уж. Ну, точнее, раз мы тут идем, давайте заберем эту батарейку. Так, перезаряжаем. И скорее меняем батарейку. Забираем. Прекрасно. Так, это что за шум был? Ну, это, наверное, просто фоновый. Так, сейчас, минутку. Вот так вдоль. Так. Но мне ж туда надо идти, да? По-любому. Стрелочки-то мне туда указывают. Ой. Ну ладно. На мужика. Бежим! Твою мать, это близнецы! Я же говорил, что что-то слишком тихо! Прячемся! Сраные близнецы нашли меня! Долго их не встречал! Я, наверное, им больше рад, чем грёбаному Крису Уокеру. Ну что, они сюда идут, да? Да? Нет? Да? Нет? Они там или чё? Идут. Ёшкин кот.
А им же вроде отец Мартин сказал меня не трогать, или им вообще плевать? Блин, мне вот кажется, а если бы я в ту комнату убежал, они бы туда пришли? Было бы здорово. Так, ну они вроде ушли. Но это не точно. По крайней мере, хлопок двери я слышал. Подождем чуть-чуть. Блин, напряженная музыка, зараза! Ждем. Ну, наверное, можно вылазить. Поехали. Давайте пойдем тут, что ли. Куда они делись? Ладно, если что, тут спрячемся. Они ушли, что ли? Ладно, просто... просто идем, блин. А, это тупик. Господи, музыка пипец давит. Ненавижу. Так. Фух. Ну теперь я хоть в безопасности, это точно. Чё за шепот был? Ладно, неважно. Да, все тут похерилось, все сгорело, блин, порушилось. Главное, пусть это не сломается. Так, ну с разбегу. Уберем лучше камеру. Поехали! Нет, камера! Ну зашибись. Сплошная темень. Чтобы ориентироваться в темноте, необходима камера. Да ты что, серьезно? Блин, там еще какой-то псих вышел. Или мне просто любезно дверь открыл. Вон она. Блин. Что такое? Как так-то, Майлз? Тьфу. Придется идти. Делать нечего. Батарейка, спасибо. Тихо-тихо-тихо, ты чё? Господи, Майлз, ну чё ты так дышишь-то, в ёлки-палки, мне самому-то страшно. И без этого, а ещё твоё придыхание. Ну хорошо, хоть здесь освещено, вот, более-менее, не в кромешной тьме иду. Хотя это пока, наверное. Пока что. Окей. Документов никаких, наверное, не будет здесь, да? Зараза. Уверен, что по этому коридору мы еще и побегаем, наверное. Скорее всего. Я не испугался, слава богу, я этот скример помню. Привет, ребята. Как поживаете? А мне, в принципе, пофиг, главное, меня не трогайте. Ну чё... Продвигаемся, продвигаемся. Давай, давай, давай. Никого? Вон она, падла. Фух, пофиг. На мужика. Плевать на звуки. Блин, как ее обойти? Как ее обойти?
Найди способ попасть на третий этаж. Вот она, родная. Бежим! Бежим, 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 бежим. Пошли, уроды, нафиг со своими палками. Закрывай. Just fucking run. Залазь. Все, слава богу, эти дебилы не умеют лазить. Я в безопасности. Так, залазим. Я сама в административном блоке. Ага. Погоди-ка. Там же батарейка лежала. Блин. Ладно, сейчас быстро обратно сбегаем. А то уже эту надо менять. Быстренько, быстренько. Меняем. Забираем. Вот теперь я спокоен. Ну, попробуем так. Фух, перепрыгнул, ладно. Следуй за кровью. Да блин. Я тут был или... Нет. Нет. Хотя похоже. Тут батарейка лежит. Мне что ли ключ опять искать? Я не понимаю. Заколебало. Класс. Именно рушится в тот момент, когда я сюда пришел. Ни раньше, ни позже. Так, ну и чего, нам просто спрыгнуть, что ли? Ну... Да, как его? Ну давай попробуем. Так. А, здесь нас отец Мартин встречал. Точно. А мы вот там проходи... Ли. Здорово. Лишь один выход, лишь один. Ага. Откуда ты знаешь, что ты не пациент? Зачем ты дверь-то закрыл, чел? Ладно. Ой, административный этот блок или как его? Ой, господи. Эти офисы, как бальзам на душу, родные мои. Интересно, Крис Уокер здесь шастает, ублюдок? Просто вот знает, как будто где я. Это капец раздражает. Ладно, здесь хоть спокойнее, чем в какой-то заброшенной старой рухлой части. Ой, господи, только о тебе вспоминал, мудак. А здесь некуда деваться. Ну что ж, прячемся. Мудак, господи, да как ты это делаешь, козлина? То ты в душевых, то ты на улице, где я нахожусь, то ты здесь, блин. Как это у тебя выходит, подонок? Ладно, ждем. Он ведь прям интуитивно чувствует, что я здесь. Он сейчас, вот я уверен, будет здесь дверь выламывать. Вот по-любому. Вот так и будет. Вот смотрите, просто наблюдайте. Вот, пожалуйста, на чем я и говорил. Тупой жертрез, блин. Че, не видишь меня, кретин? Главное, сюда не иди. Да, посмотри, посмотри, пузо, никого нет. И вали отсюда. Вот так. А лучше иди направо. Ой, какой умничка. Молодец. Так, продвигаемся.
Ой, блин, твою мать! Отвали, отвали! А, здесь некуда. Твою мать. Серьезно? Ай-я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 й
Быстро! Вентиляция! Давай! Пока, карапузик. Слишком жирно для вентиляции, мудак. Как же ты бесишь, блин. Так, мужик, здорово. Не знаю, как тут оказался, но... Свали-ка. Спасибо. О, тот самый холл. Так. Ты, это он. Я должен сказать тебе. Ключ к Дому Бога в театре. За светом. В театре? За светом. Посмотри фильм. Там он оставил карточку. Ясно? Ну, будь ключ в зале отдыха. Мне ждут твою помощь. Да, иду. Я иду. Господи, в какой-то театр теперь лезть? За какой-то карточкой? Да как вы же заколебали? Почему дверь не открыто не оставили? Ну, эти смачин вроде рядом. Кажется, это он его звал. Так, а это... Ну, это вроде тот холл, где я был. Это вот не тут, где я пролазил. Там вроде паром в стекле должен быть. Ну, похоже на ту библиотеку, где я был. Но это не она. О, документики. Почитаем. Перевод с немецкого. 06.09.38 года. Рейхсляйтер, Лонер и доктор Роги. У меня срочные новости, касающиеся работы доктора Рудольфа Вернике в области морфогенетического кондиционирования, раскрывающей теории, развитой им в коротком, но неудачном сотрудничестве с А. Тьюрингом. Если бы я сам не был тому свидетелем, я бы не поверил, что такое возможно. Но даже оставляя в стороне клеточную регенерацию и направленный канцерогенез, я полагаю, что метод Вернике является прорывом в царство духа. Нечто переправилось к нам с другой стороны. Я лично наблюдал появление призрака. Оно было недолгим, но совершенно отчетливым. Пожалуйста, передайте мою заметку и приглашение пронаблюдать дальнейшие эксперименты Дитриху Экхарту. Но сомневаюсь, что самого фюрера следует поставить в известность о наших открытиях. По моему убеждению, успехи доктора Вянники открывают широчайшие возможности для осуществления нашей задачи и для всего народа Германии. И я является убедительной причиной, чтобы его никоим образом не коснулась некая программа выборковки. Поклон вашим близким. Подпись неразборчива. Выборковки, блин, капец, написано. Ой, немецкие ублюдки. Ладно, значит, сраный театр. Туда мне надо. Отлично, хочу посмотреть выступление. Так, вниз мне, наверное, не надо. А может и надо. Так. Бильярд. Нет, похоже, мне все-таки сюда. Ладно. Давайте тогда быстро сбегаем вниз, посмотрим, что там. Может, что-то интересное. Еще один документ. Ой, выход так близко и закрыт. Прям ведь тут бегали, помню. Зараза. Хорошо. Тогда идем в театр. Тут закрыто? Да. Но я, видимо, оттуда буду возвращаться. Или скорее убегать от кого-то. Не будет же все так просто, что я приду, заберу карточку и уйду. Нет, конечно, господи. Батарейки нет. Хорошо. Лезем наверх. Кстати, кто-то на пианино играет. Только сейчас обратил внимание.
Но хорошо ли это? Отнюдь. Так, не спеша. Оп. Ну, ладно, и так сойдет. Так, куча шкафов, чтобы спрятаться. Ну, я думаю, это просто возможность. О, здорово. Ёкарный бабай, ну у тебя и рожа, блин. Господи, какой ты урод. Не-а. И ушел. Ну ладно, спасибо за музыку. Страшило. Тут, наверное, ничего. Так. Ага, походу в кинотеатр попал. Здорово, ребят. Никого тут нет у вас. Ёлки-палки. Интервью записано 27 декабря 1985 года в Лос-Аламосе, Нью-Мексико. Допуск Сьерра-Альфа. Объект Рудольф Вернике. 14-866. Кадры настоящие. С пленкой ничего не делали? Никакого обмана? Нет. В июне 1943 года вы зарегистрировали 3 случая самопроизвольного кровоизлияния. У полдесятка испытуемых начали развиваться опухоли мозга. Да, на вскрытиях обнаружили, что опухоли были твердые, как свинец. Это их и было? Не могли бы вы объяснить, почему результаты не могут быть воспроизведены в США? У меня есть теория. Моя родина в те годы... Вам сложно понять, что мы чувствовали, во что верили. Тот всепоглощающий страх, экстатическая ярость и... Английских слов недостаточно. Это больше, чем надежда. Человеческий разум в таких условиях способен на невероятные вещи. Так вы утверждаете, что для эксперимента требовалось близость смерти, неодолимое безумие. Только те испытуемые, которые познали достаточно страха, могли активировать двигатель. Голос словно принадлежит анимичному брату доктора Стрэнджлова. Аудиозаписи 25 лет. На пленке интервью с доктором Вернике. Речь идет о Лос-Аламосе, что подразумевает правительственный проект. Вернике говорит о спонтанных кровотечениях, опухолях, психосоматических реакциях душевнобольных. Ходит по грани, что отделяет науку от нацистского мистицизма. Только пациенты, пережившие достаточно ужаса, оказались способны активировать кондиционирование. Морфогенетическое кондиционирование. Кондиционирование. Вот фильм, который они крутят. Это поселилось у меня в голове, как навязчивая мелодия. Я моргаю и вижу тест Роршаха. Пятна похожи на роящихся насекомых и воспаленные раны. Пациенты верят, что кондиционирование позволяет заклинать Вальридера. Я слышу это жужжание в собственных костях. Вы считаете, у испытуемых появились сверхъестественные способности? Нет. Вы полагаете, что я не столкнусь с чем-то сверхъестественным? Нет ничего сверхъестественного. Тогда что же это было? Вы говорили, что проект Вальридера — это врата. Куда они ведут? И ничего не сказал. Класс. Да... Весело, ребятам. Закрыто ведь? Ну да. Наверное, отсюда я уходить буду. После того, как, наверное, кто-то придет. Так. Тебя ждут вояжники. Лишь один выход. Окей, сиди в шкафу. Молодец, моя школа. Так, ну тут у нас закрыто. Зато есть документики. Почитаем. От... так, руки не помешало бы мыть почаще. 19 сентября 2013 года, 4.19. Написал, наркотический фасцит? Серьезно? Нафиг, я ухожу. Чё ты там подхватил, дружище? Непонятно.
Никого? А кто проигрыватель включил, а? Здорово, мужик. И испарился, главное. И дверь нельзя открыть при этом. Так, батарейка. Ладно, позже ее возьмем. Ну что, тогда идем обходным путем, что ли? Так, там двери открыты. Эту не открывается. Значит, идем обратно, что делать? Лучше сейчас поменяю, кстати, плевать. Заранее. А то потом вдруг не вернемся. Пока. Ага, вот ты как, значит, пролез. Ну ладно. Помаленьку, не спеша. Главное, не шлепнуться. А то по новой придется лезть. Оп. Нормально. Так, здорово, мужик. Ключ. Угу. Больше ничего. Ключ доступ в третий этаж. Отправляйтесь в часовню. Да неужели? А я точно в нее попаду, а не куда-то еще и полгода буду к ней идти. Так, ну никто не появляется. Пока что. Все good. Окей. Окей. Тогда уходим. Ну, да, да, здесь я не уйду. Лампочка. Хорошо, тогда идем, куда меня направляет игра, заставляет идти. Сейчас, блин, что-то будет. Я ж просто так не уйду, да? Да, кто-то дверь вышибает. Ныкаемся. Возможно, наш Крис Уокер пришел, падла. Сюда не пойдут? Нет? Ой! Странные близнецы опять тут. По крайней мере, один, но они обычно вместе ходят. Падла, падла, падла. Хорошо, что он меня не увидел. Чуть-чуть подождем. Кажется, они только... Извините. Кажется, они только по этому залу будут ходить. И просто убегаем. Закроем дверку. О, здорово, тупой амбал. Господи, какой же ты урод, а? Просто не могу. Все, пока, дружище. Вот стой там как, придурок. Че, своего братика-то потерял? Вот и стой. А я пошел, блин. Merkov Corporation. Ублюдки. Эй, чел. Ну ладно. Закрыто. Так, походу мне сюда. Угу. Тут закрыто. Да. Хорошо. А с лифтом чё?
Чтобы воспользоваться этим лифтом, нужен ключ. Ну, конечно же, блин. Как иначе? Хорошо, пошли сюда. Так, а ты у нас кто? Безобидный? Допустим, я пройду. Так, тут закрыто. Угу. А куда мне? Ну, сюда. Раз дверь приоткрыта, значит, сюда. Здорово, телеку молишься. Понимаю, без телевизора вам тут на натяжках, хочу что-нибудь посмотреть. Здорово, ребята. Ну, вряд ли я бы что-то нашел интересное в туалете. Кроме расчлененки, возможно. Так что... Так, ребят, вы тут молитесь, да? Отец Максин вам тут наплел всякой чуши, да? Ну ладно, молитесь, мне все равно. Главное, как я говорил всегда, не трогайте меня. И все будут счастливы. Ага. Видимо, ну, понятно, что мне сюда. Но давайте поисследуем другие комнаты. Может, документы найдем. Или батарейки. Вот как раз документик. Недостойный проситель, я могу служить Господу нашему лишь только в качестве пищи. Возьми меня, о Вальридер, да увидят это апостолы пастыря моего, и да распространят его неправды ради истины величайшей. Время твое в мире пришло, плоть моя жаждет великолепия гнева твоего, кровь моя полна тобою, выпусти же ее. Вот молитва моя, да будет слово твое вырезано на плоти моей. Да, кошмар, чудики, блин. Ладно, грёбаная часовня. Ну что, по краю? Слава богу, не на улице, я что-то не хочу совершенно. Аккуратно, аккуратно. Опа. Бог... Ненавидит больных или уставших. Сик-то это вроде устал, типа. Спасибо, что дверь закрыл. Да, наверное, так и переводится. Бог ненавидит уставших. Да ну нафиг, я что-то дошел. Здоровенький, ребят. Готов ли я? Конечно, еще миг, и ты воссоединишься с Вальридером. Жесть. Моя работа. Лишь ты должен выжить, чтобы рассказать им. Это будет твоим предпоследним деянием в роли свидетеля. Пророки испокон веков обещали свободу от смерти. И вот это стало. Ты воззришь и опишешь мою смерть, мое возрождение. И тогда мы оба освободимся. Тебе больше ничего не угрожает. Я исправил лифт. Он отвезет тебя к свободе. Все мы будем свободны. Итак, сын мой...
Кошмар. Нахрена ты это сделал? Боже. Не могу поверить, что отец Мартин переплюнул самого Иисуса в игре. Сейчас менять будет паршивей. Не думаю, что буду скучать по нему. Путь наружу. Если он не врал, теперь я знаю, как отсюда выбраться. Я вообще теперь много чего знаю. Он хочет, чтобы я продолжил его проповедь. Да легко! Меня услышит весь мир. Ужас. На лифте можно добраться до центрального выхода. Просто... Просто жесть. А вы, ребят, меня не тронете? Серьезно? Вы меня отпустите? Офигеть, вот это они его слушаются. Да, надо отсюда свалить, пока часовня не сгорела. Так, они ведь сюда. Вот и добрались до отца Мартина, теперь бы самим свалить. Бог ненавидит деньги. Да-да. Значит, мне сюда идти. Да, в вентиляцию. Ладно, залазим. О, ублюдок, здорово! Господи, тебя не хватало. Ждем. Надеюсь, он пойдет вглубь комнаты вот этого корпуса жилого. Я просто свалю. Попробуем. Ой. Нет, он там. Ныкаемся. Ну, блин. Только нету, не проверяй, пожалуйста. Просто иди отсюда, ублюдок. Да-да, вот эту проверь. Хм, никого. Слепой. И топать все со своими цепями. Вот ему не тяжело ходить с таким кучей цепей, намотанных на ногах. Хотя, так-то я рад, он, по-моему, только из этого меня иногда не может догнать. А так, по своим габаритам, он бы, наверное, догнал. Вот, иди туда, я пошел. Аливидер, чем мудак. Закроем дверку. Вот, вернулись туда, где и проходили. Так. Ну, господи, залазь. Ура! Я выбрался. Наконец-то. Я чё-то не верю, что мы так просвалим. Я не помню, что такой был хороший конец. Так. Вот он, выход. Твою мать! Починил лифт, говоришь? Это так называется? Господи, куда он меня везет? Что за глубина? Найдите другой выход. Чтоб тебя! И уехал. Прекрасно. Ого. Это лед? Это что за знак? Хм. Куда я попал? Чёрт, 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 чёрт!
Нашел мой труп? Никому не доверяй. Расскажи всем. Да знаю, я знаю, все психи так говорят. Но я-то в здравом уме, насколько это вообще в таком мире возможно. С полной камер доказательств. Это даже не проповедь, просто насмешка над здравым смыслом. Пусть мир знает, что все это вина мерков. И похороните этих ублюдков вместе с моим изувеченным трупом. Сраный отец Мартин. Это вот он про этот вот выход говорил, да? Сраный псих святоша. Или это не его рук дело? Ну, почитаем документики. Из личных записей доктора Вианики. Франкенштейн или современный Прометей. Мэри Шелли, анонимно опубликован в 1818 году. Выдержки из главы 23. «О, человек!» — скричал я. «Как невежественен ты в гордыне мудрости своей! Остановись, ибо не знаешь ты, о чем говоришь. Я покинул дом, чувствуя беспокойство и гнев, и удалился поразмышлять о неком ином способе действий». Ну, что сказать. Молодец, молодец, блин. О, жесть. Видимо, мы попали туда, откуда вообще все началось. Какие-то сраные подземные лаборатории прямо под психлечебницей. Круто. Что сказать, круто. Не уверен, что отсюда есть выход. Самый крутой выход был прям рядом, рядом, рядом. Ой, ладно, друзья, давайте-ка мы здесь с вами прервемся и продолжим уже в следующей части, которая будет у нас точно финальной. А на этом у меня пока что все. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся. Пока!